Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатисамолёт пассажирский. Погоди, ты хочешь сказать, что я как поезд пассажирский, жирный что ли, или что? Я... Как, опять меня обозвал, опять. И сегодня мы находимся там, когда люди опаздывают куда-то в какое-то место, они вызывают не такси, а Uber-вертолёт. Сегодня мы находимся там, где школьники в школу в портфелях таскают не книги, а парашюты. И сегодня мы находимся там, где единственные профессии в городе это пилот и стюардесса. Все, больше никаких профессий здесь нет. Я поняла, где мы находимся. Я сразу узнала это место. Но это же Пицунда. Ну, Пицунда, это Гагаргский район Гагры, да, это Абхазия. В общем-то, мы там были один раз с девчонками. Я же вообще на самом деле люблю эту тему, да, вот это вот пилоты, летчики, вот это. Я была курсантом в детстве, и мы там ездили за компанию там с одними пилотами, тусили, в общем, летали, нас там возили на вертолетах, самолетах. Было классно, короче, но страшно. Я на самом деле боюсь летать. Где мы находимся? Пицунда. Пицунда — это город такой в Гагровском районе. Это Абхазия. Это ты, Писюндра, еще раз. По слогам скажи, где мы находимся. Пицунда. Да, тут я написала. Без слов. Мы Пицунды. Поехали, запускайте тормоз. И не успели мы зайти в Майнкрафт, как мы не увидели деревню. Деревни нет. Мы зашли. Бог Майнкрафта сказал, что мы в Пицунде. Бог Майнкрафта сказал одно, другое, но деревни нет. Вообще никакой! Погоди, так это, может, мы рубрикой ошиблись? Может, мы выживание сегодня должны записывать? Да вот я что-то не знаю. Мы посмотрели все, что здесь есть. И в той стороне, и в той, и в той. Единственное, что мы нашли, это вот какое-то заброшенное здание, которое вот сдалека смотрится, как будто бункер какой-то. Все, больше ничего здесь нет. Ну так она, у нас вариантов-то нет, придется идти туда. Ну а может, Пицунда она такая, я не помню, там много лет прошло уже, может, изменилась? Ну, тогда я тебе предлагаю сразу же отправиться вот в это здание и посмотреть, что там внутри находится. Возможно, там бункер какой-то будет подземный. Возможно, деревня под землей где-то находится. Или еще где-то. Но на бункер, честно тебе скажу, это что-то совершенно не похоже. Самолеты. Стюардессы. Пилоты. Парашюты. Что бог Майнкрафта в начале серии говорил, и в принципе есть какая-то логическая связь. Кать, розовый самолет! Так, подожди, может это не наш самолет, ты успокойся, подожди. Кто тебе сказал, что это вообще, ну и что, что розовый? А где деревня-то, ну и чё? Ну, как бы, был не наш самолет, стал наш, ну в смысле, розовый и красный. Это как будто специально для тебя и для меня. Но только я чё-то на самом деле не знаю, куда? А куда нам лететь вот на этих самолетах-то? Здесь же деревни даже рядом нигде нет. Японский магнитофон. Чё? Нашла деревню, что ли? Нашла, нашла. Ты посмотри. Ты посмотри туда. Куда? Туда. Куда? Да наверх ты посмотри. Походу, мы бога Майнкрафта нашли. Мать моя женщина! Я тебе отвечаю, по-любому бог Майнкрафта живет именно там, и мы наконец-то его нашли, даже искать его не пришлось! Ну так, если он где-то и находится, то 100% на небесах там! Так подожди, ты иди сюда! Так, может, поэтому мы с тобой вначале никакую деревню не нашли, потому что деревня... Вот там сверху находится. Ты хорошо, а самолеты-то нам на зачем тогда? А как ты хочешь в эту деревню попасть, а? Самолеты нам нужны, чтобы вот туда отправиться. Слушай, ты такой умный, реально. Ну тогда розовый мой. Давай садись и взлетай. Умеешь управлять? Научимся сейчас. Да куда ты?
Катя, ты чё так стартанула-то? В другую сторону, Катя, деревня в другой стороне! О-о-о, разворот-поворот! Давай за мной! Давай ты, главное, там бочки, никакие перевертыши вот эти не делай! Туда полети наверх, вот и всё! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай помогай мне скорее как-нибудь это, морально поддержи. Как я тебя помогу? Да-да-да-давай, лети! Так. Спасибо! Я сейчас сделаю то же самое. И разгончик! Да-да-да-да! А у меня не получилось взлететь, как ты это сделала? Я не знаю, у меня, походу, там сработала какая-то эта полоса, которая ускорительная. Так, вот, все работает, господи. Так, наверх, вниз, и где-то здесь будем приземляться. Вот. У меня проблемки. Какая проблемка? Ну, вроде нормально приземлился. А где ты? Я тебя вижу, вот сюда, на меня, вот сюда, да, не в ту сторону, ты вниз летишь, вверх, пробел, тихо. Пробел, куда, ну что, ты сейчас взорвешься к чертовой бабушке, вот сюда, на меня, и выпрыгивай. Господи, ты выжила. Подожди, где я? В цветке. Ты посмотри, где я упала! Иди посмотри просто, где я упала! На самом краешке! Так, ну нет, это не самый краешек, это ты в цветок упала, ладно! Да ты подойди сюда! А ты вообще когда-нибудь в своей жизни подобное видела, а? Ну мне кажется, что это как будто какая-то Пандора. Слушай, ну ты же была в Писюндре хотя бы, ты была, вот и говорила, ну ты же это видела! Я тебе говорю, город что-то очень сильно видоизменился за последние, сколько там, 9 лет. Пицундра реально, не узнать ее, не встать. Так, я тебе предлагаю пройти вот туда, на центральный остров. Как я понимаю, здесь у них парковочное место. Мы припарковали свои тарантайки, идем знакомиться с местными жильцами. Ты посмотри, какие они все блатные. Пилоты, стюардессы. Пилоты, конечно, у каждого... Тут главное аккуратно! Внутрь забегай вот сюда, чтобы сейчас в космос не улететь! Давай сюда, быстро! Бегу! Давай, ага. Чтоб шалкер не попал в тебя! Так, ага. Аккуратненько заходим в город. Здесь у них пикничок, походу. Вертолет на крыше у них. Заправочные станции с бензином. Бочки! Шалкер, там аккуратно, ты сейчас опять куда-то полетишь, да? Давай в дом какой-то забежим, иди сюда. Ой-ой-ой-ой, так, давай, надо посмотреть, что внутри. Так, заходи вот в этот дом, заходи вот туда внутрь, я пойду в следующий и посмотрю, что здесь находится. Ты заметила, какие-то кольца у них везде, золотые? Это какой-то дизайнерский элемент. Смотри, я нашла пропеллер от самолета. Я тоже нашел пропеллеры от самолета, я нашел крыло от самолета, или что это такое? Нифига, тут еще это стейки жареные, надо забрать. Забирай, ну стюардессы же на борту как бы еду раздают. Это ты взорвался там? Ну это я даже не видел, то что там мистер Крипер был, но да, он половину дома разнес к чертовой бабушке. Так, ладно, давай вот сюда внутрь зайду. Тут шалкер, аккуратно заходим, смотрим, здесь у нас дофига бензина. Так может кокнем этих шалкеров, что они нам мешать-то будут? Кстати, да, что мы вот это выпендриваемся, давай кокай, помогай! Так, давай. Тока, давай по башке, о, вот, все. На второй этаж туда поднимайся, посмотри, есть там что-то или нет. А я пойду в другой дом, посмотрю, вот здесь мы с тобой еще не были. И в кузнице с тобой еще не были. Здесь у нас жареный лосось 28 штук. Так, а ты где? Я тебя потерял. В кузницу иди. А здесь у нас парашюты. О, неплохо, кстати. Так, ну на самом деле, да, давай по одному возьмем. Если мы кокнемся из этого острова, то хотя бы выживем. Так, иди вот сюда, забирай один парашют. Так, окей, хорошо. А самый главный вопрос, а что нам здесь делать-то в этом пицундрянске? Я не знаю, но по-любому что-то да надо сделать. Надо с жителями как-то поговорить, они вон... Ой! Ага. Летают, ага. И летают. Ага. И кушай! Самое главное, и пытайся в воду шандарахнуться, в воду! Так, настраиваемся. Главное, голову не разбей голову. Ты сейчас еще выше. Да, и кокнулась. Почти в воду, нормально.
Так, давай, быстро за мной, Ты опять полетела, ну ты аккуратней! Ёперные шалкеры! Кокни его уже, кокни! Я тоже полетел, да, собака, ты сутулая, ты его тоже кокай! Пам, всё! Прощай. А чё там, кстати? Погоди, погоди, надо в воду плюхнуться, подожди, я уже очень далеко улетела, сейчас. Только... О, попала с первого раза, ну со второго раза! Ну конечно, это же я. Чё там находится? Там, это где? Вот там, иди за мной. Там... Так, ну пойдем сходим. Там какой-то старт или финиш, фиг его знает. Ты смотри, между каждым островом у них офигенные мосты. Подожди, Кань, а ты не заметила? Подожди! Ломай мост, быстро, чтобы он свалился оттуда, ломай мост! Вот. На что ты надеялся? Просто скажи мне, пожалуйста. Вот мы мост и сломали. И как нам теперь обратно попасть? Ну, перепрыгнуть через вот эту яму как-то у нас получится. Ты смотри, вот сюда подойди. Старт! Ну, или финиш какой-то. Фиг его знает, но здесь у них, походу, гонки какие-то происходят. Это Соник. Какой Соник? Ну, типа Соник, ну, кольца Соника, вот это. Мы синие ежи с тобой должны сейчас стать. Синими ежами. Где костюм синего ежа? Да чё-то я сомневаюсь, Кать, то, что мы с тобой воздушными ежами какими-то будем. Это у них соревнования здесь, походу, какие-то проходят, хотя фиг его знает. Так, ладно, пойдем на другие острова. Вот. Смотри! Чё? Вон тот, смотри, вон там. Вертолет. И какое-то огромное здание. Я туда. Ну так я тоже туда, сейчас захомячу лососик. Ты главное не кокнись, перепрыгивай давай. И аккуратно давай, аккуратно, ага, молодец. Если бы ты здесь кокнулась, была бы вот эта лохушка вообще настоящей. Так, иди сюда. А ничего, собаки сутулые, с воздуха стреляют. Они в нас стрелами стреляют с воздуха. Нифига себе. Вы чё, да мы же ваши гости, а? Что за доброжелательность такая? Аккуратно, ты посмотри, был бы у меня пистолет, у тебя есть автомат с предыдущей серии? Нет, у меня только вот пшеница есть. Ну кинь кому-то в голову пшеницу. Так. Ой! Стоп! Кать, смотри. Где стоп? Знак, стоп, перед тобой, стоп. Не вижу никаких знаков, не вижу никаких препятствий. А ладно, ну-ка, конечно, если там будет что-то опасное, будешь знать, что сюда идти нам не нужно было. Да не заколебали пердить своими фейерверками этими. Так, давай, так, еще два знака стопка. Тут шалкер еще, сейчас, смотри, я сейчас... Да-да-дай! Да что ж ты там будешь делать так? Подними вот этот, подними, я сейчас на него прям шандарахнусь, на вот этот. А ты сможешь? Да. Смогу-ка, и опять взлетел. Ёпер, иди кокни этого шалкера, я тебя прошу, пожалуйста. Так, а где он вообще? Его да вот там, вот он внизу, он, главное не кокнись, главное... Господи. А как я тебе его кокну-то? Давай внутрь заходи. Ой-ой-ой. Быстро давай внутрь и посмотри, кто у нас здесь находится. Марина? Да... Ну а сейчас-то зачем меня нужно было плеваться-то, ну? Маринка? Ага. А чё Маринка-то здесь делает, а? Сейчас, погоди. Марин, ты чё здесь забыла? Ты заблудилась, что ли? Это какой-то воздушный город. Она работает тут. Прикинь, механиком работает. Маринка-механик. Так ты ведьма! Какой механик? С тебя механика, как скотелётчик. Алло, я училась. Подожди. Ага. А как это так вообще получилось-то? Короче, Маринка говорит, что мы с тобой в воздушном городе находимся. Да ладно! А я думал, мы под землей прямо сейчас находимся, в подземном городе. Оказывается, мы в воздушном. Чё, серьезно? Ну ты глупенький, Маринка, так рассказывай. Вообще, зачем нас сюда послали? Что мы должны сделать? Мы уже стейки из домов украли. Мы уже эти пропеллеры стащили. Там что-то какие-то детали непонятные. Что нам делать-то дальше? Вообще непонятно, а? Да нет! Нет! Я против, нет.
Нет, 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 я... Как куда спрятаться? Нет, я не буду, нет. Ну ты мне объясни хотя бы, я в душе не понимаю, она немая! Ты ее как-то понимаешь, что она говорит? Я боялась, это то, чего я боялась больше всего. Чего? Это действительно кольца для соревнований. И нам нужно их пройти. Да как раз пукнуть! А чё такое? Ну пролететь, вот они там летают, вот это среди вот этих всех колец. Так, хорошо, на чём нам надо пролететь? На вертолете, самолете, на чём ещё, а? Иди спроси у Маринки. Вон тарантайки стоят, вот эти две. Да я не полечу, я не смогу. Там они еще нам мешать будут, шалкеры на нас. Они будут препятствия нам какие-то делать. Но самое главное, что никто не выйдет отсюда, из этого города, пока не пройдет это соревнование. Это кошмар, нет, я не согласна, нет. А я согласен. Берем эту тарантайку, сейчас мы ее заправим. А есть здесь вот это бенз какой-то? Сейчас мы найдем и есть бензин. Бензин берем. Кать, у нас же с тобой есть парашюты. Если что, если мы кокнемся, парашют откроешь и все, и выживешь. Че тут страшного? Ты же как-то сюда на самолете залетела? Залетела. Значит, кольца пройти... Да тихо ты, Маринку не могу расслышать. В смысле? Че, реально прям подарят? Если мы пройдем? Я согласна. Так, как лететь, это shift правая кнопка. Ага. Ты в курсе, какой тут главный приз? Shift правая кнопка. Ты в курсе? Какой? Элитры, зачаренные на самые максимальные просто зачарования, которые только бывают в мире Майнкрафта, с пожизненным обслуживанием. Если мы пролетим все кольца и пройдем их испытания, они нам подарят элитры? Зачаренные элитры. А чё мы тогда жопу-то здесь развалили? Иди бери свою тарантайку, иди бензин бери, заправляй. Прошив правая кнопка. И потопли, давай тогда проходить испытания. Погоди, а как заправить? Ну в дырку тыкай в дырку. Где дырка? Спереди дырка. Так подожди, сзади же дырка. Ну у этого кресла самолета спереди дырка. Вот здесь. Вот. А, шиф, вижу дырку. Шиф правая кнопка. Да, нет, обратно поставь shift правая кнопка. Просто правая кнопка. Так а зачем ты мне shift говоришь? Все? Все ясно. Заправляется. Да, так, и как я понимаю, вот тот старт это и... Да здрасте ты уж, да... Ёперный рот, Катя. Чё? Да я опять улетел. Ты где? Здесь. А? Прикольно, а чё ты... Так, давай быстрее, берем shift правая кнопка. Побежали на старт. Пш-пш. Первый, я база, ответьте. Пш-пш-пш. База, я второй. Как слышно связь? Проверка связи. Пш-пш. Все отлично, давай по местам. Пш-пш. Тогда жопу на место и полетели. Пш-пш. Конец связи. Пш-пш. Конец связи. Если ты случайно кокнешься, я буду помнить тебя всю жизнь. Давай. Ага, спасибо, полетели. Так, давай пробел, нажимай пробел, это ага. Взлететь. И просто вперед, медленно. Здесь не сильно разгоняйся, чуть-чуть вниз спустись. А вниз как спускаться? Контрол нажимай, контрол. Ага, и поняла. И залетаем так во второе кольцо, давай. Так, куда дальше? Молодец, чуть-чуть ниже залетаем в третье кольцо, давай быстренько. Контрол, где у меня контрол-то на клавиатуре? Давай, молодец, ага. Полетели. Да, ты смотри, он меня еще и ударил! Так, это уже не по правилам. Я не нам еще и мешаю, давай следующее кольцо, ты аккуратно, чтобы они тебя не били, давай дальше. И сейчас, походу, надо в это спуститься, вот над этим зависни и контрол вот так. Ага, и все. Ага, поняла. Ты справишься, Катюха, только в кольцо главное попади, молодец, давай дальше со мной. Сейчас нужно немножко подняться и здесь аккуратно, Катюха, здесь на кольце крипер! Аккуратно! Да ладно! Давай, я его сейчас столкну! Столкнул, все, давай! Пролетай дальше, куда дальше? А дальше вот сюда! В эти четыре кольца просто бег! Я потеряла тебя! Налево, вверх, налево, вверх, налево, вверх, направо, вниз, назад, налево, вверх, вот здесь, да! Спасибо, я поняла, вижу. Ага, и здесь просто четыре кольца вот так быстро, пока они нас не столкнули с этих тарантаек. Просто вверх. Почему ночью-то надо это все делать? Ух, спокойно, стресс, господи. Да, они мне сейчас сломают эту тарантайку, я тебе честно говорю. Быстрее давай подлетай.
Сколько там осталось-то еще? Все, я все кольца здесь пролетел. Давай, тебе еще два осталось. Так, все. Кать! Это последнее? Давай, я вижу финиш. Еще два кольца осталось. Вот сюда за мной. Тут чуть вниз. Вот чуть вниз. Последнее кольцо. Там еще один крипер и финиш. Все. Подожди. Так. Контрол. Давай, аккуратно. Вот сюда. Ты финишную черту-то пересеки. Пересекла куда? Ты не пересекла. Это что нам? А ну, разодвинулись. Кать! Да ладно! Элитры! И на починку! На починку и на вот это, на прочность 3! И фейерверки! У меня защита 3! Опа! Погнали! Иху! Вот, ой! Да куда? Да ты подожди, мальчик, тебе еще попрощаться даже не успею. Я в воду упала! Обратно сюда давай залетай! Так а что, петарды-то не работают, я хотела полететь! Вам, конечно, огромное спасибо за такой подарок, да и за соревнования. Правда, мы тут вашего шалкера кокнули, вот заберите панцирь от него. Ну а мы полетели, всё, куда глаза глядят. Всё. А... Что, всё-то? Хватит сусукаться с этими пицундровцами и пицундрами, пицундрими. Как вас зовут? Пицундри, короче, неважно. Крылья в зубы, фейерверки в зубы и полетели. Давай, ты быстро, первая, давай. Так, и... W пробил фейерверк и полетели. Всё, пицундри, давайте, до следующих встреч. W фейерверк два раза пробил и полетели!